Дело в том, что я всю жизнь занимался, ну, большую часть своей жизни занимался внешней торговлей и торговлей с Японией в большей части. Я там проработал почти 15 лет в торгпредстве России и в советское время, и в наше. И, вы знаете, для того, чтобы найти взаимопонимание, а оно всегда необходимо, вот нужны контакты. Контакты, вот, понимание культуры, понимание традиций, обычаев. А это начинается с детства всегда. Поэтому чем больше дети будут общаться, тем проще будет потом взрослым общаться. Понимаете, так как они будут знать реалии этих стран, с кем они общаются. Это очень важно.